Привет, друзья! Привет, гости канала AndroHacker! Сегодня я вам хочу рассказать об одной настройке, которую нужно проверить и обязательно включить. Включить раздел памяти на вашем телефоне, так как телефон будет спрашивать. Вот вы скачиваете игру, телефон вас будет спрашивать. Там, Дмитрий, куда вы хотите, чтобы сохранилась эта игра? На память телефона, либо же на карту памяти. Это очень удобная настройка, мало о ней кто знает. И все, что вы скачиваете, вот мы сейчас будем в Chrome это делать, оно скачивается на телефон. Но если у нас там на памяти на телефоне 16 гигабайт, либо вообще 8, а флешка стоит на гиг там 20, то понятно, что лучше бы оно сохранялось туда, не забивая нашу основную память. С вас лайк и подписка, с меня больше интересного контента. Значит, смотрите, нам понадобится Google Chrome. Заходим в свой Google Chrome браузер, и в правом верхнем углу у нас будут три точечки. Нажимаем три точечки, настройки и спускаемся в самый низ. Здесь у нас и будут те настройки, которые нам необходимо сделать. Называются они скачанные файлы. Смотрите. Расположение скачиваемых файлов. Скачанные файлы сохраняются куда? Правильно, на наш телефон. Если мы нажмем, то мы увидим, что скачанные файлы доступны 179 гигабайт. Это все использование телефона. Я скачал в браузере 179 гигабайт. Спрашивать, куда сохранять файлы. Видите, оно у меня выключено. Кстати, напишите, была это у вас настройка включена, либо выключена. Мы ее активируем. И после этого телефон будет спрашивать, куда нам сохранять файлы. Приложение, к примеру, либо какую-то картинку в память телефона, либо же на флешку. Рад был помочь. До скорого. Всем пока.